Сегодня для себя я выбрала стильное платье «Прованс». Я хочу вам сказать, что чувствую я себя на высоте, мне очень комфортно. Самое главное у этого платья есть масса секретов. И у нас для вас еще есть и два цветовых решения. Это всегда приятно. Все знают, кто давно смотрит модные эфиры, что свет у нас неравнодушно к сиреневой, к фиолетовой гамме. Именно поэтому сегодня она выбирает для себя такие оттенки. Если вы любите классику, яркую гамму в стиле синего цвета, я рекомендую вам лиловую палитру. Обращаю ваше внимание, что для обладателей серых глаз этот цвет подчеркнет ваши глаза еще больше. Ну а если вы страстная натура, как наша Настя, я рекомендую вам красный цвет, ведь год огненной обезьяны сулит удачу именно тем, кто подбирает для себя яркие наряды. И неважно, есть там красный цвет или нет, в этом платье «Прованс» вы будете яркой личностью. Свет, но насколько интересный принт, как он сделан, это же действительно очень интересная работа. Давайте посмотрим на наш принт, он необычен. Дело здесь даже не только в том, что сам по себе материал очень изысканный. Я обожаю трикотажное вискозное полотно. Во-первых, это плотный материал, но он будет облегать вашу фигуру, скрывать все ваши особенности и подчеркивать только лишь ваши формы. Я обращаю внимание сейчас вот на какой момент. Это купонное полотно. Как мы проверяем, что такое купонное полотно? Когда рисунок расположен симметрично не только спереди, но и сзади. Я хочу развернуть сейчас вам платье и тоже показать. Посмотрите, как симметрично расположены рисунки, а сзади. Между прочим, вы только представьте себе, как нужно скроить платье, чтобы вся симметрия повторялась не только на передней планке, но еще и на задней. Это мне напоминает эффект, когда мы покупаем дорогие обои и, конечно же, покупаем дополнительный рулон, чтобы все цвета сочетались друг с другом и рисунком повторялся. И посмотрите, насколько это кропотливая работа. Это еще раз доказывает качество платья «Прованс». И мы не боимся об этом говорить, потому что женщина выбирает для себя не только красивые, но и качественные вещи. Сейчас самое время определиться с цветом, ведь остается их совсем-совсем немного. И с каждой минутой все меньше и меньше. Пока еще есть наличие размера, но нужно уточнять, какой размер уже может закончиться. Ты знаешь, Арина, почему еще я выбрала это платье? Во-первых, говоря о трикотаже, давайте не будем забывать, что идеальная посадка здесь мы видим благодаря подплечникам. Я их называю скульпторы и модельеры женской фигуры. Давайте посмотрим сейчас на красоту этого платья, на изящные плечики, которые сделают ваш образ более точеным, а вашу фигурку более стройной. И еще хочу сказать об одном моменте. Очень часто, выбирая трикотажные вещи, мы выбираем не всегда качественные ткани. Как определить, качественный ли это трикотаж? Наличие эластана скажет все сразу. Если вы выбираете вещь, в которой нет эластана, она вытягивается, а вы теряете свою форму. Если есть эластан, вы подтянуты, ну а платье будет всегда отлично сидеть на вас. Свет, а у него есть возвратный эффект? Конечно, посмотри. Сейчас я растягиваю наше платье, не жалея сил, и отпускаю его. Посмотрите, оно не вытянулось. Вот он, возвратный эффект, благодаря эластану. Свет, да и можно на тебя посмотреть. Ты находишься в платье «Прованс», ты в нем находилась и в нашей гримерке, и я вижу, что по фигуре оно сидит как влитое. Ничего не вытянулось ни в области локтя, ни в области нашей походки. И главное, это платье всегда будет вас украшать. Прямо сейчас звоните в наш колл-центр, узнавайте, остался ли ваш размер. Ведь завтра, если это платье останется, то оно будет дороже. Но зачем нам переплачивать завтра, если можно сэкономить сегодня? Я хочу сказать, как правильно подобрать свой размер. Если у вас богатые формы, прямоугольный тип фигуры, плечи шире, чем ваши бедра, я рекомендую выбрать это платье на размер больше, чтобы оно идеально подчеркивало ваши особенности. Если у вас тип фигуры груши, песочные часы, узкая талия и широкие бедра, выберите это платье размер в размер, и оно утянет ваши формы. Свет, а мне всегда нравится фраза, которую говорит моя мама. Чтобы поднять себе настроение, нам просто нужно красивое платье. А повод его надеть обязательно найдется. Поэтому прямо сейчас выбирайте свое платье. Я его для себя выбрала. Встречи с друзьями, встречи с подругами и с семьей сулят вам самые приятные ощущения. Ну а вы будете королевой в платье «Прованс».